Оце ти, оце, вони ж жили в горах, жили там, в любой погоди, зимою, літо. Вони дуже мало кушали, дуже мало воду пили. Вони жили дуже легко от в цих условиях. А с них получается что? Молоко или получается, что? Шерсть? Ну, шерсть это не очень. Не то. То есть не то, что не то, а это копейки получается сейчас в наше время. А получается, это молоко тоже не. А получается брынза или как народ. Ну, брынза, да. Брынза получается. Вот из-за брынзы это больше. А то, что сегодня кушали брынзу, это своя или... Это наша, да. Это ваша? Это все абсолютно наше. Там вау, есть... так это... Но там... Нет, это нет, вообще... там был сыр. Это сыр, я покупал вчера сыр. Есть брынза, прям, я не помню. Ну, а сегодня вот кушали, брынза была? Да, вот брынза наша. Ну, сегодня брынза была, да? Брынза наша, вот это 100%. Но есть у нас брынза от коров и брынза от овцы. Я просто не замечал. Я не кушал, не замечал, какой там ставили нам. Нет, это была сегодня это овечка. Ну, из овечьей, да. Ну, овечьей брынзы. Потому что у нас две разные. А потому что я эту из. Ну, из коровы я знаю, а вот из овечки не знаю. Ну да. Вот. Поэтому я заметил, что брынза какая-то другой вкус. Вот это наша. Старались, чтобы было чисто, чтобы. И здесь они ставят где-то, не знаю, где-то там брынзу в этот. И этот жидкое, которое идет сразу туда в бочки на улице. Так интересно сделано. Вытекает это уже молоко, да? Или... Молоко это. А, не сыроватка она называется. Да, он... да, не знаю, по-русски. Монастыря. Вот это тоже с адвентной печать. Ну, уже, наверное, 2-3 года. Это вот еще до ремонта? Да, это 2-3 года назад. И вот она как свежая сейчас, сохраняется очень хорошо. Ну да. Даже это подранок китайский, он уже уходит, уже не сохраняется. А сейчас сохраняется. Потом есть виноград. Это виноградники. Тоже покажи. Огород наш, земля тут до деревья. И там вниз женская гостиница. Вот этот дом или что? Это, да, это дом. Вот этот домик, это там вот эта женская гостиница, да? Да, там вот женщины, которые приходят на службу, остаются на ночь. Угу. Они там ночили. А здесь, где вы сейчас живете, это мужская гостиница. Угу. Просто я попросил этого с гостиницы брата, чтобы он дал камеру. И этот, ну, для вас, не будет, угу, чтобы вы жили вместе. А в принципе она мужская, то есть, а то женская.